Hello, people! Вы на новом канале Железное Сердце, с вами Лорд Вуду, и мы играем GTA 5 на ПК. Играем мышкой, клавиатурой, иногда берем джойстик, когда нам это очень нужно. Но в основном стараемся привыкать к новому управлению. После того, как мы играли два практически года на консолях в эту игру, очень тяжело свыкнуться с мыслью, что это все-таки происходит все от первого лица. Да, вот именно мы от первого лица и проходим нашу игру. Едем к Майклу. Тут у нас что-то было. Какая-то заданица. Ох ты! Ни хрена себе, это кто такой? Ля-ля-ля. Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. You bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Вот эта сценка. Прикольно, мы к Майклу приехали в гости. Чувака стягающим с окна застали. Okay, home? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy up paying to teach her tennis. Так, бортанем его как следует. Oh, that's fucked up, man. И не получится. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah, I'm a cuckold, a snob, and a Майкл, блин, таким я его злым еще никогда не видел. Йо, ты чё? А кто за рулем-то? Блин, это мы у Майкла видим. Я думал, мы в Франклином едем. Вот елки-палки. Но он, походу, ушел уже. Все пропало, чувак. Потеряли? Эх, ты черт, а. Вот здесь он. Тренер по теннису. А мы эту сценку всегда наблюдали со стороны. Ну, в смысле, то, что дома у Майкла происходит. Вот он. Не надо, Майкл. Так, что мы будем делать? Хобби у него такое. Так. Мультяшка, как сцена пошла. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Чё, будем учить уму-разуму? Может, стрельнуть в него? У меня есть чем-нибудь стрелять? Пистолет. Ну-ка. Давай. Оба! Миссия не выполнена. Тренер по теннису испугался. А то он не должен, что ли, испугаться, я не понял. Чё за фигня, испугался? Вот это перевод называется. Садитесь в пикап. Он не испугал, он не успел испугаться просто. Почему не от первого лица? Да рванем, наверное, вот все. А, нифига. Назад не дают сдать. Только вперед. Баба. Хороший домик был. Хорошо. Баба.
Красота! Вот так вот на холмах строить дома, это же неправильно. Не по фэншую это все дело. Вернитесь в дом Майкла. Может, надо было там полазить, посмотреть, что там происходит. О, звоночек. Mr. DeSanto, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Tampon! Yo! Yes, dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Ребятки. You kidding me? Так, это не те? Вон они те. Так, второй. Так. Вы что, не знали, что я старый гангстер, что ли? Теперь полиция. Отлично. Полиция, так полиция. Тем более, пускай этих жлобов на мясокомбинат заберут. Чебуречков наделают. Все. Сейчас затаимся где-нибудь. Можно даже перекраситься. Вот здесь у нас красильня есть. Малярки. Малярочка, давай. Красимся. Все покрасится, конечно. Оп. Придется, блин, бабло свое личное тратить. Ну, что делать, потратим. Надо было, блин, Франклина посадить. Все. У нас звездочки пропали. Оп. Поехали домой. Может, пересядем в другую машинку? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Screw the truck! Let's leave it! Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as машина. Wine. Got a few knocks. You okay? Она еще электромобиль, она бесшумная абсолютно. I'm cool, man. Фигеть. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes! Стрельба улучшается с каждым точным выстрелом, чтобы повысить его уровень, быстрее зайти в дырки и стрелять во время движения. Ты чё делаешь, блин? Я только машину новую себе приобрел. Ездить не умеете вообще. Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. Hey, новая машинка. Thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Пацан ошибается насчет, что все проблемы в прошлом. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanto here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael,
got a question for you. What did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. Харчик. Потрясающе, да? Эм, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. Lester! I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, though. Да, весело мы к Майклу в гости зашли. Такой экшен получили. Выполнено. Зашибись. Ладошка такая. Так, ну и чё? Hello. О, нашёл всё-таки. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? Какая травка зелененькая. Что-то не стригут они. Так, где наша машина? Вот наша машина. Актер Аманда разблокирован. Можно фильмы снимать. Одно из фишек GTA 5 на ПК есть то, что тут можно снимать фильмы. Вот по мере прохождения игры нам будут подкидывать всякие актеров, там сюжетные всякие фишечки, которые можно потом свои ролики снимать. Что-то подобное было в четвертом GTA, вроде как. Ну, я не пользовался ни тем, ни этим. Я даже редактором на консолях ни разу не пользовался. Блин, опять этот псих. Так, эй. Майкл. I'm looking through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Теперь Майкл может посетить доктора Фридлина, который находится в таком значке, типа там мозг ломает. Так, что-то зачем-то нам домой надо вернуться. Я думал, мы поедем к Лестеру прямиком. Ну, ладно, домой так домой, что дела. Сам такой. Иди туда же. Ругаются все. Блин, а зеленая машина пропала. Сперли. Сутки прошли. Целую сутки думал над проблемой. Вкусные чипсы. Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you...
Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Плачет, телевизор сломай. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Поиграй. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad, I got just the thing to show. Пойдем с тобой потусим, Джимми. На чем поедем? А? Толстопузик. Поехали на желтой, вот на этой, поехали. А? Джимми! Давай вот на этой поедем. Смотри, какая для настоящих пацанов машина. Тут даже вверх опускается. Понял. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy. Ух ты, нифига себе! Ё-моё! A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I... Oh my God. I always thought I was a good guy. God, ладно, давай лучше по сторонам сидеть, смотри. Чем гонять. Yeah. Anyway... I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Так, прибыли. Наше парковочное место. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Давай, давай, покатаемся, хоть вот жирок растрясем. Hey, you. Hey, what's going on? Two bikes. Take your pick. Выбирайте велосипеды. Мы возьмем какой-нибудь, не знаю, блин. Давай, жирный, кого выберет? Он крайний сделал. Ну, окей. Я тоже возьму крайний. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big-ass new flat screen. Нажмите капс, чтобы ускориться. Ну чё, ты будешь меня догонять, а? Жадяй. End of the pier. Fine. But if you lose, you're gonna do something with your life. Give it up, Dad. Come to see. In this kind of condition, ускорились. Try and get past this, fat ass. I'm being hypnotized by your wings flapping. Устал уже, что ли? Устал. Don't they have fitness video games you can play now? Жуть. Как-то оно на консоли было поудобней. Одновременно управлять и на капслок нажимать. Бля, мы что-то вообще его опередили. Он какой-то вообще у нас сынуля-то. Пуха есть. Ой, я не туда поехал, что ли? Себе. Вернемся на дорожку.
О! Народ, вы чё тут? Ну-ка, уйдите! Сейчас я пошибаю всех. Блин, мы сейчас фору свою потеряем. Давай, 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 давай. Блин, мы чуть не потеряли свое преимущество. Жесть, блин, со стороны это, наверное, видеть, блин, страшно. Все, ой. А! Ну что он там? Отстал? Йо! Как так? Блин. Не-не-не, я буду первый. Ты чё упал опять? Уебил. Проиграли мы. А, ты в шлеме был, ну понятно. Блин, а чё он упал-то? По прямой мы ехали уже в конце. Затащил просто. Папаша два раза седанулся. Харю расквасил. Особенно ты, папаша, весело веселишься. And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat? That makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Папаша, плыть, прыгнуть в воду. По белом, ух ты! Зашибись. Мы плавать-то не умеем. Левый шифт, чтобы быстро плыть. Нырять. О, что-то у нас легенькие, вообще маленькие. Майкл, как ты до такой жизни дошел? Вау. Ныряй. До дна достанем? До дна давай. Так, будем считать, достали. Гляньте, какие рыбки. Ё-моё, сейчас утонем. Ой, Майкл, какой ты старый. Жесть. До дна еле достал. У нас аж жизнь покраснела уже. Блядь, он это жизнь вообще на краешке. Чуть не сдохли. Давай, вылази. Музыка. Все равно играет, а? Ой, а что, кровь откуда? От нас, что ли? Ну-ка, я хочу это видеть. Почему кровь? Уходим кровью с сым, что ли? Ну, дела. Ладно, все, идем от первого лица. Пойдем, подкрадемся. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Ain't cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come on. I like him. Problem. You're such a jerk. Come on. Dad, you.
so am I. Salt in the seat of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on, now. I'm about to skin you alive. God damn it. Качки такие. Ё-моё, стреляют. Майкл, надо что-то делать. Shit, they're coming after us. Go into the outlet. Now my dad's shooting at you. Get the epic message. Так, нельзя, да, их убивать? So, очень хочется, а. Да, обоих. Чё? Да, мы застряли. Чё делать-то с этой хренью? Она застряла. Во. Папаша, блин, мы всех убиваем. Мы не бегаем. Зайчики. You're an accessory to self-defense. Have I, like, got to be a witness because I, like, did some blow? You did blow? Yeah, I did some blow, and that might, like, make my testimony inadmissible. You're not admitting anything. Давай прыгнем, дочь. Unless you're on a trial for doing blow. Прыгнем. After you ruined my day, stole my friend's shit, cash... Чего, мы кого-то задавили, что ли? Да, ё-моё, водный мотоцикл сел на меня. Ну, тоже у меня проблема этих... Валяется этих мотоциклов по всему побережью. О! Cool. Ну не могу я отправлять от первого лица этим квадроциклом, блин, у меня обзора не хватает. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're Едем. Being shot at. Приехали. No, I meant you don't have to thank me. There he is. Jimmy, you gave it. Jimmy. О, блин, я думал, мы его задавим. You fucking asshole. He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Грубитель. Губитель жизни. Жесткий причем. Выполнено, папинкина дочка. Да. Порно-актеров в последний раз в жизни видели именно на этом пляже, да? Актер Трейси разблокирована. Теперь можно принять участие в триатлоне. Классно. Так, у нас Лестер появился. Если мы найдем тазик себе. Чувак красный. Ох. Аманда. Хобби доступно. Слишком рано для тенниса. Так, что там она пишет? Да, слишком рано для тенниса. Допустим, у меня не будет нового тренера. Так скоро мне нужен партнер для игры. Боюсь, что моя рука слабеет. И что? Что я должен сделать-то? О, бегут. Они тоже спортсмены, да? Давайте я тоже буду с вами бежать. Мартин, новый контакт. Так. Ух ты, какой жирный. Так, что там Мартин пишет? Ну-ка. Майк, где деньги, мать твою? Если мне снова придется к тебе прийти, будет гораздо хуже, чем в прошлый раз. Так, ну что, мы вам позвоним? Ленька какая. Что-то не загорелая совсем. Майкл де Санта. Мистер Мадраццо. Эй, я просто хотел сказать, что я работаю над чем-то. Ты будешь иметь деньги скоро. Хорошо. Ну, я бы хотел оставить тебя от твоей работы. За жопу побежим. Завалим ее. Чуть не заваливается. Завалили?
Завалили. Молодцы. Гляньте, драться будут с нами сейчас. Сейчас нам хари начистят. Только иди сюда. На тебе. На. Все. Так, а тут мир Трутмай. Привет, чувак. Здорово. Джесси я разблокировал. Что с ним делать? А? Что с тобой делать? Расскажи мне что-нибудь, а? And the interesting thing is that, well, life is cool, but so is death, man. Ладно, разблокировали мы этого актера, фиг с ним. Прыжок. Ой, нормально. Tomorrow. Блин, какой интерактивный мир. Смотрите, сколько прохожих. Что-то они все ходят, что-то им всем надо. Машина с открытым верхом. Так, давай крышу опустим. Отлично. Это машинка. Так, у нас там Лестер появился. Отлично. Погнали. А психиатр сколько? Психиатр. Тоже рядышком. Может, сгоняем? Километрик всего лишь. Давайте к психу сгоняем. Он-то еще агрессивные мы были. Убили порно-актеров. Застрелили просто. Отношения с сыном испортили. С дочерью испортили. Нам точно к психотерапевту зайти. Только пусть попробует, нас не примет. Я не знаю, я не контролирую себя. Бам. Так, вот сюда. Сюда. Так. Ну и что? Мы этого еще не видели. Что тут у нас будет? Мы только по телефону звонили на консоль. Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, дела идут неплохо. Things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Sometimes I'm fine, Doc, and sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. Так, последует советство отторгнуть. Да иди ты в жопу. Everyone makes mistakes. I'm not trying to be perfect. Okay. And what about будем все отрицать, что он не говорит нам. I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Now, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid.
What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? Сам ты неудачник. I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. Half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. I'm pretty average for this town, really. Wait a minute, that's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. I know that I'm just terrified that I'm sure you are, but that's really хороший такой врач вообще. Так внимательно слушал. See you next time. Okay. Пока, человек-тапок. Что-то он недоволен остался. Актер разблокирован. Фридленд. Интересненько. О, может этого возьмем машину? Гоним. Нам надо же чем-то им платить, правильно? Во. Все. Так-то лучше. Это машина. Так, у нее не поднимается вверх. Не поднимается. Так, ну и давайте сгоняем теперь к Лестеру. Лестер. Отлично. Все. Погнали. Далековато ехать, конечно. Но надо в этой серии обязательно старого друга увидеть. Посмотреть, как он изменился на консолях. Ну, после консоли. На ПК-шечке. Трафик плотно довольно-таки. Ух ты! Чё, не снесло нас? Ну чё, не был бы таким мастером наш Майкл, он бы не справился с управлением, он же мастер. Да? Кто тут сомневался? Ты сомневался? А? Что я мастер. Не попал. Мастер не попал. Попал в стул. Ладно. Не будем бесчинно, зато полиция потом убегать придется. Все дела. Машина все равно не наша. Продать мы ее не сможем. Совсем жалко. Ё-моё. Чё-то вообще мы не туда куда-то поехали. Где-то в дебри, блин, заехали. Дорожные. Чё за разметки тут? Кто их придумал? Так, мне надо вон туда. В сторонку! Мне вот сюда надо. Сюда? Нет? Значит, вот сюда. Вот сюда. Опа! Что, застряли, что ли? На крышу упали. Черт. Застряли? Нет, от первого лица все-таки. Ух ты! Вы что? Офигели, что ли? Так кто такие? Что это за гангстерье такое? Зашибись, застрял. Да, я чувствую, мы сейчас попадем в больничку.
Так, где у нас пуха-то наша? Так, ну где ты? Бежать. Зашибись, уже полиция. Все, убежали они. Черт, блин. Занесла нелегкая. Все. Лузер. Блин, ну кони, а. Ребята, я тут проездом вообще. Я проездом тут, ребята. Они сами виноваты. Я просто защищался. На пустом месте, блин, у нас экшен получается. А-а-а! Собака неповоротливая. Так, дай мне свою машинку. Иди отсюда. Все. О, она не шумная. Не шумно. Скроемся, значит. Черт. Что за уроды такие? Сюда. Подворотнями будем уходить. Что за машина такая? Блин, столбик сломать не смогла. Забор-то хоть сломаешь, сломал. Да вы чё? Это ворота были типа какие-то раздвижные. Все, ушли от полиции. Ушли. Ой, опять не напали на нас. Только агрессивный нарост в Лос-Антосе живет. Вот как вот можно нормальным человеком оставаться? Роды. Подонки. Все, почти приехали. 500-очка осталось. Столько заданий у нас, слушайте. На карте прям все мелькает. Что случилось? Что случилось? Ой. Помощь нужна или уже не нужна? Я с пухой вышел, она испугалась. Походу уже не нужна. Тетя, ну так чё? А? Тетя, стой. Стой, тетя. Так чё, помощь не нужна? Всё, не нужна ей помощь. Ну и ладно. Залезем сюда. Оп. И к Лестеру. Куширями. Оп. Где-то тут Лестер живет. Так, не понял. Вот он. Тут. Ага. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Минуточку. Открыл. Так, ну что за гадюшник у него? Глаз какой-то. О. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean. I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess.
Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro, weird 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Вечно больной Лестер. Зайдите в магазин Субарба в Вайвуде. И что там будет? Че? Блин, не пускает назад, а? Ладно, магазин нам надо, значит. Вот мы возьмем вот этот тазик. Погнали в магазинчик. Такие тут дела, когда такие там дела. Мы гуляем сегодня Майклом целый день. Тинейджер Майкл, 45 лет, застрявший в 80-х. Красавелушка. Сейчас мы его как оденем. Будет у нас самый красивый тинейджер, застрявший в 80-х. Карьера нас ждет. По автобаму неинтересно ездить. Вообще, я бы даже сказал, скучно просто. Очень скучно. Ох. Так, мы почти приехали. Автобан. Оп. На той стороне нам. Что ж у вас так много машин? Вы что, прав понакупали, что ли? Вот на магазинчик. Ух ты, задавил кого-то. Не, нормально. Живая. Окей. Вот наш магазинчик. Excuse me. Excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced, same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Жилеты и шорты карго. Сейчас мы это купим. Давай, одевай жилетку. Ух ты. Красота какая. Вот это красная. Точно. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Goodbye. Так, а что, все что ли? Только жилетку, а шорты? Блин, ребята, ну так нечестно. Я еще шорты хотел. Ну ладно, до офиса тогда, до офиса, что. Прыг! Он никогда мне не нравился. Я вот прям вот его увидел и понял, он мне не нравится. Майкл, I'm all dressed up.
Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Жди подходящий момент. Не рыпайся, Майкл. Ну, город так детализирован достаточно. Чем дольше играю, тем больше он мне такой нравится. Сначала как-то особого впечатления не произвело на меня. Но сейчас что-то прям... Все больше и больше это все нравится. Тем более мы смотрим от первого лица. Все это дело видим. Вот он, черный ход. Посидим, покурим. Эй! Эй. О, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Временный айтишник. Все для нас закрыто. Не открыто, ты гляньте. Сходи. Workstation is this way. Компьютер там? А тут что у нас? Вообще ничего интересного, что ли? Блин, заподозрят, наверное, да, если мы вот сейчас не пойдем за ним. Ну ладно, пойдем. Потом пошаримся когда-нибудь. Да, я просто перепутал, где комп стоит. Бывает. Так, через черный ход. Как тут весело у вас. I'm gonna take a normal chair, I have a terrible back. Тинейджеры играют. Бегать нельзя. У них весело. Тут закрыто. Так, что у тебя с компом? Ну-ка давай. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Интересный софт у него. Jumped on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same Control kind of problems. Можно попробовать. I'll close the pop-ups. See what I can do. Your son's Запустить антивирус. Start him early, bro. You write your best Расканировать. Stuff in your tweens. There it goes. Тут-то я ловкий. Какой ловкий Майкл. We'll get there eventually. Ух ты. Уничтожить. And that Всё. Should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Давай что-нибудь напечатаем. Нифига. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Подключитесь к опытному устройству. Вот работают, а? Работники. Looking at you two, I think it's safe to say this nation is fucked, isn't it? Jay thinks being a quirky douche boosts creativity. Так, я временный айтишник. Что тут у нас еще интересненького происходит? О, тут можно посидеть, наверное. Да, нифига. Привет, девчонка. Че молчишь? О, она что-то болтает. Пицца, кусочек лежал. Так, что тут у нас?
О, опытный образец наш, нашли, нормально. Nice. Круто. Все, чемоданчик мы оставили, да? Ну ладно. О. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye now. Че, работаешь, типа? Ну ладно, работай. Что-то решают, ребята. Не попал. А поиграть можно? Нельзя поиграть, что ли? Вот жлобье, поиграть не дают, а? Напиток хоть ему дадут выпить? Напиточку дают выпить. Отлично. Пей. И выкинул. Так, а это что? Это не работает? 20 центов. Привет, девчонка. Что-то у меня морда мерцает. А шоколадку дадут? Шоколадку не дадут. А тут у нас что? А тут ничего. И все пропало. И все, беда просто вообще. Окей, тут у нас что? Тут ничего. И тут ничего. Блин, ну все. Только одна дверь была открыта. Вот в прошлый раз вот этот мы зашли. Вот оно, в принципе, в щелку видно, что там что-то есть. А вдруг мы что-нибудь тут найдем, да? Давай пошаримся. Через черный ход можно, наверное, выйти. Не, нельзя. Тут точно ничего нету, да? Ну и хорошо. Тырин-тын-тын. Неосторожное обращение с оружием запрещено. Презентацию в доме Майка посмотрите. А Франклину, то есть Лестеру не будем звонить? Вот, звоним. Отлично. Hey, Michael, hold on, hold on. Doomed, I doomed you! Lester, хедшот влепил. The thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Все, короче, он воюет, а нам надо презентацию дома посмотреть. Ну давай. Так, вали отсюда. Папа будет смотреть. Свободно. Так, найти канал Уэзет. Так быстро. Дождись момента, когда Джеймс Норрис застанет опытный образец телефона и позвоните ему. Так, это мне что, телефон достать? Новая эпоха. Настает эпоха полного и безоговорочного мирового господства. Ура! Ура! Ну давайте, давай, давай, доставай. Не, позвонить тебе надо. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 года. В Китае, наверное, делают. It's revolutionary. Да. Today,
И сегодня, прямо здесь, мы сделаем новый шаг вперед. Сейчас вы увидите. Будущее. Дочить. Мобильное устройство Life Invader. Так, ну что, давай звонить ему. Где он там у нас? Служба спасения Франклин Джеймс Норрис. Вот он. Вот здесь мы можем позвонить. Хотите дочить там в метро? Пожалуйста, ради бога. Давай звонить, короче. Минутку. Кто-то пытается ему дозвониться. Да. Это мы удачно позвонили. Так, а что нас снаружи показывают? Мы же должны от первого лица играть. О. Майкл может переодеваться в значке одежки. Так, а они... Что тут? Лест! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score? Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Так, можно поторговать. Интересно. Так, а мы сейчас сделаем себе карьеру-то. Так, деньги, услуги. Там нам нужна фрутис, по-моему. Рынки. iFruits. Вот эта лавендер, она сейчас упадет очень резко, а iFruit очень резко взлетит. Конкурентов-то не будет. Так, где они у нас тут? Вот он. Фрут. Хоп, купить. И на все. Да, на все наши деньги. На все 6 тысяч долларов. Продолжить. Так, и переключимся на Майкла сейчас. На Майкла переключиться надо. Ой, на Майкла. На Франклина. Загрузку сейчас проверим, насколько быстро это все дело. Так. Давай, телефон быстрей, вставай. Будем сейчас купать альфу. Деньги, услуги, вот этот рынок, фрут, рынки. Фрут. Оп, купить. И максимум. На 434 тысячи. Подтвердить. Продолжить. Так, что там за новости были? Трагически погиб при взрыве. Взрывы с пресс-конференции Лавендер. По факту взрыва ведется расследование. Надеюсь, она же все-таки не будет расти. Я все правильно сделал, но все падать начало. Все, значит, ништяк. А это начало расти. Ну, пока не начало. Ну и окей. Так, машин там сколько накопилось? Нет, ничего не накопилось. Ну все, поторговали мы немножко альфа. Давайте здесь закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Эта серия у нас получилась несколько длиннее, чем я планировал изначально. Но я думаю, это вам будет, наоборот, еще даже приятнее смотреть. Всем пока. Вот наш главный герой, как выглядит. Пока. Magic people, voodoo people.
The voodoo, hoodoo, what you don't dare do, people. Какая честь. Рвануть. Да потому что у меня штанов нет, понял? Да иди ты, не штанов. О, крутые парни не смотрят на взрыв.